На днях в ходе проведения всеукраинской операции «Табак» сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Запорожского городского управления МВД Украины в Запорожской области провели оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом табачных изделий, в ходе которых на территории рынка на улице Чаревной Шевченковского района города Запорожья выявили факт реализации сигарет без марок акцизного налога. Разрешительные документы на осуществление хозяйственной деятельности реализаторы также предъявить не смогли. Установлено, что продажу безакцизного табака осуществляли 52-летний и 21-летний запорожцы. Из торговой точки сотрудники милиции изъяли более 6 тысяч пачек сигарет. На данных граждан составлены админпротокола, которые в ближайшее время будут отправлены в суд. Сигареты конфискованы.